прямо сегодня будет самое нереальное видео в истории моего канала! Потому что я притворюсь жестким нубом против моей девушки. Блин, где это бомжи? А, она же играет без звука. Ну, Махмутик. Это будет жестко, я пробую. Да! Блин, может я прострелю? Всем ребята, Махмудик на проводе! И прямо сегодня будет самое нереальное видео в истории моего канала! Потому что я притворюсь жестким нубом против моей девушки. Ну а потом начну играть на всю силу и откомбэчу! Поэтому, братишка, присоединись, мы взлетаем! И чтобы получить эту красоточку перед этим нереальным видео, тебе надо первое, поставить лайкусик. Во-вторых, подписаться на мой канал и написать любой хороший комментарий. И третье, самое главное, братик, не мухлюй, посмотреть все видео от начала до конца без единой перемотки. Ну что же, ребята, а мы переходим на стрим моей девушки. Вы посмотрите на эту красотулечку в стриме, там что-то старается, что там шутит, смеется. Все, мужики, вперед ей отправлять донат. Главное, чтобы она меня не спалила. И не услышала, она сидит через две стенки от меня, а я ее тут троллю. Погнали. Ну а вот и донат. Не смейся, пыжи, я полный нубик, дуэль на мой авик, ты ха. Ну шо, погнали отправлять. О, я ж молотками засканиваю. Не смейся, пыжи, я полный нубик, дуэль на мой авик, ты ха. Ну что, дорогулечка, я жду тебя в лобби. О, все, ребята, она только что зашла в лобби, пишет приветик, давайте я напишу ей. Пры-пры, я полный нуб, не смейся, пыжи. Блин, ребят, самое главное не проиграть. Вы понимаете, тут нету никакого наблюдателя, ничего тут нету. Но есть только мои прямые руки и мой брейн. Пожелайте мне удачи, надеюсь, мы не... Вкакаемся. Все, ребята, она зашла, найс. И давайте я прямо сейчас и покажу мой авик ТХ. Интересно, какая же будет у нее реакция. Блин, надо эту USP выбросить, она спалит, что это мой. USP выбросили. Блин, где эта падаль? Вот она. У меня звука нет. Анетка, ну смотри, завидуй. Офигеть, у тебя реально ТХ! Офигеть! Она думает, наверное, как у такого нуба может быть авик ТХ? Ради этого видео, чтобы она меня не спалила, я даже вышел из склада! Прикиньте, как же это жестко. Она пишет, звука нет в игре. У меня тоже. У него тоже нету звука, все, ребят, так что играю без звука. Прикиньте, она будет играть еще и без звука. Я вообще ее буду жестко троллить, прикиньте, если она играет без звука. Это просто идеально, как будто сегодня просто день создан для троллинга. Ты точно не кидок? Я... Не кидак. Я не кидак. Полный нубы в первом раунде берут берецы. О, я как буду как полный нуб. Просто надо, чтобы она меня жестко мочила. Нубы ж не шифтят, ничего. О, просто. Да, маслину мне. Какой нуб. Какой нуб. Это просто, это нубеми. Ой, Анетка. Что же берут нубы в раунде номер 2? А нубы во втором раунде берут... Фаб. Я настоящий нуб, буду играть с фабом и буду, знаете, буду пробовать по ней стрелять с максимально далекой дистанции. Поэтому... Просто смотрите, стараюсь по ней не попадать. А давайте я прикол сделаю, видите, типа я случайно ее выбросил вообще. Чекайте. Ой. Это что такое? В этом раунде что же мы возьмем такое, знаете? О! А давайте в этом раунде я вообще сам себя сожгу. Чисто вжик. И все. Ты че, такая игру скачал или что? Я не знаю, мне кажется, я таким ботиком не была, когда начала играть. Я плохо играю. Я плохо играю. Он написал, я плохо иглаю. Махмудик, главное, чтобы ты не кидал. Попытка номер 2. Бух! Ха-ха! Анетка, ты где? Nope. Просто смотрите, nope. Что я творю. Nope. Скины есть, скилла нету. Давайте, знаете что? Я сейчас возьму флешку, хаешку, дымовуху, это все. И самое главное, я возьму авик, мой любимый авик. Бросай, как настоящий киберспортсмен, прям под себя флешку. Теперь бросай молик под себя. Так же все киберспортсмены делают. Давайте, нормально. Блин, где это бомжи? А, она же играет без звука. Ну, Махмудик. Не, он что, начал играть? Я не поняла. Тише. Она меня не спалила. Чего? Махмуд!
этом без ушей, понимаете? У меня звука вообще в игре нету. А ты в курсе то, что битва с фараоном уже началась на булдропе? Если нет, то самое время пополнять балик и получать дополнительные скины. Также за каждое пополнение ты получаешь темную энергию, при помощи которой ты будешь атаковать этого фараона. А за каждую атаку ты получаешь пулкоины. Братишка, а 50 самых активных пользователей получат бесплатно 50 топовых пушек каждый день. Поэтому переходи и не теряй время. Также прямо сейчас на экране ты видишь подарок от нас с булдропом. Заходи и активируй его. Все нужные ссылки есть снизу, а мы идем дальше. То есть прикиньте, помимо того, что она и так, ну полный, у нее еще и звука нету. О, М60! Чисто как настоящий киберспортсмен. Возьму М60. Да ну что, погнали, дорогая. Как делать синубы? Синубы просто зажимаю. Блин, сейчас будет трэш, если я случайно замочу. Просто прикиньте, какой будет, какой это будет угар. Я впервые вижу, чтобы так плохо играли. 6-0, да ты ж вам все идет просто как по маслу. В этом раунде я возьму М110, потому что все нубы тоже берут М110. Задонатил вообще все деньги, которые у него были, и проигрывает Анетке. Мне проигрывает. Ну что, Анетка, ты где? Ты посмотри, какой огромный ствол я тебе приготовил. Где она? А где она? Слушайте, бомжетка. Так, делаю... Ха-ха, она хаешку под себя бросила. Просто как настоящий нуб вот так стреляю, просто смотрите. Она их взяла, она их взяла. Чисто битва нубов. Все, ребята, давайте мы дадим еще один раунд, а вот потом я уже начну играть на всю силу. Это легко, это самая легкая катка, которая у меня вообще была за все время. Куда молик бросим? А давайте я так по приколу буду бежать, как полный нуб. Зажал молик, смотрите. Ты чё? Махмудик! Блин, вы видели, как она растерялась? И теперь я начинаю камбэчить, начинаю играть эту силу. Просто! Все, максимально на опыте, максимальный киберспорт и легендарный камбэк начинается. Главное, чтобы он и не закончился прямо сейчас. Тише. Она тут. Ну что, сладенько. Ой, Анетка, что такое? Не вышло, Надя, тупо села и своей задницей на лицо. Занюхни. Это повезло, 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 повезло. Ребяточки. Самое главное, громко не кричать, чтобы она меня не услышала. 8-1. Настоящие киберспортсмены всегда берут Т9. У нас всего лишь одно право на ошибку. Но желательно, чтобы я вообще затащил 10-8. Было бы вообще идеально. Она играет без звуков, поэтому можно бежать просто максимально быстро. Бежим, бежим. Вот она! Блин, я нуб! Как же хорошо, что ему сделать вот так вот. Когда он успел заплентить? Ой, Анетулечка. Прилегла отдохнуть, устала, наверное. Я сейчас возьму авик, ты ха! Я сейчас буду прям очень жестко раздавать с этого авика. Анетка. Слушай, она где-то шифтит. Я вам отвечаю, она где-то шифтит. Ну реально везет новичка. Но это вполне нормально, что везет. Ох, блин, жестко! Сейчас она будет бежать обратно. Давай, 3, 2, 1. Я стреляла! Хедшот! Найсик, найсик. Блин, ну если честно, это было максимально опасно. Может, она может меня сейчас слить. Тут два варианта, Махмуд. Или ты скачал читы, или ты очень быстро учишься. Слушай, давайте попробуем играть про скидом. Вот надо, надо пробовать играть про скидом. Пожалуйста, скажите, что попал по Анетке. Беру хаешку. Иди сюда. Опа-ля-ля-тара. Ого. Можно узнум попробовать. Это будет жестко, когда попробуем. Да! Что? В комментариях. Вот это мне очень сильно нравится. Шанетка, ты хотела получить авик тыха на халяву? Вот получи его. А мне кажется, он начал стрим мой смотреть. Ты случайно не стрим-снайпер? Оп, ходишечка сюда. Ой, как же надеюсь, чтобы не попал. Теперь бросай кибер спортивную флешечку. Кого слепит тот бот? Нормально. Нет, я тут нет. Где она? Быстрее плентим, максимально быстро плентим. Все, я буду сидеть в ребрах, буду ждать, пока она раздефает. Может быть, даже выйдет ее посадить на нож. Алло, где она? Анетка! Ты чё? Я звука не слышал! Обманула! Обманула! И это без дефюза! Мой единственный шанс на ошибку я использовал. Я не слышал звука, отвечаю! Блин, может я прострелю? В смысле?
Основная машина. Я прям в шоке сам себе. Ух, я машина. Последний раунд. Я стараюсь на всю катушку. Молик бросит. Вот это у меня выйдет на ура. Так, братва, все идет хорошо. Все идет по плану. Аккуратненько. Главное сейчас не ошибиться. Просто одна ошибка. Я слился. Я вижу. Быстрее плытим. Фух, у нее авик или мне показалось? Че ж ты такой? Да блин! У меня какой-то шут... Да блин! Ну куда ты лезешь? Не, ну я так не играю. У нее был М40, но это было тоже очень опасно, я вам отвечаю. Фух, 9-6. Все, ребят, 4 раунда камбэчу, и мы это сделали. Это я реально думала, что мне уже будет тыха, уже губу раскатала. Ты меня тупо разочаровал. Мы с вами молодцы, мы это сделаем. Поверьте мне, мы это сделаем. Давайте, просто главная вера в себя. Давайте я пропущу через Тёмку. На всякий пожарный брошу хаешку, мало ли она в Тёмочке. Она топает где-то рядышком. Блин, как же я хочу её... Посадить на нож, вы даже не представляете. Насадить по самой не хочу. Тише. А-а-а! Блин! Фу! Это было очень опасно! 9-7. Да блин, на! Ты меня уже начинаешь злить, все! На секунду я уже подумал, что мне обойло. Ну, ребят, все нормально. Я придумал, давайте еще на шифте пробую прокрасться в плент, за пленчу, и буду просто сидеть в дыму. Как вам идея? Оп! Жду! Ну так, как же хочу ее на нож посадить? Просто бросай дым. Имба. Она тут! Ничего себе, какая хитрая! Ты чё? Она уже крысить начинает! Ты чё? Ты чё, взрыв снайпер? Это софт. Ты софт? Как он так сразу понял, что я в кармане? Она пишет, ты софт! Конечно, я софт, дорогая, конечно! Мой софт называется Членикс. Слышала о таком? Хе-хе-хе. Ну просто ты меня слышишь, Махмудик, я по твоей жопе, знаешь, как отмахаю, вот прям и в детдом отправлю. Дым брошу куда-то сюда и пробую обойти ее через Тёмку. У нее нет звуков, поэтому можно не шифтить. Она меня спалила! Блин, мужики, я сейчас муслиться! Она тут, я отвечаю. Я хочу ее пробовать последний ножичек. Она тут! Давай! Да! А прямо сейчас я придумал один гениальный план. Просто один гениальнейший план. Просто смотрите. Вы еще будете угорать по полной программе. Я попробую сделать Авик ТХ как приманку. Поняли? Я еще брошу Авик ТХ, она ее подберет, а я ее замочу. Оп! Давайте я напишу. Иди на лонг, там подарок. Иди на лонг, там подарок? Ты что, вообще что ли? На лонгу подарок, ага, конечно, подарок. Блин, как думаете, она поведется или нет? Вот этот мой подарок. О, блин, ты ха! Я сейчас возьму, оп! Ну все, тебе жопа. Чё? Я только на секунду отвернулся, она уже начала сразу ТХ взяла в руки. Погнали, прям сейчас скажем ей, что это был пранк. Этот Махмудик? Это Махмудик! Он притворялся типа нубом, на деле у меня есть подозрение, что он читер. Ах, Махмудик, банк же получил. Можешь его, пожалуйста, забанить? Подожди, а кого у него иди? Вот это. А кого у него иди? Подожди. 480. 70, 86, 6,6. Можешь так это же мой иди! Это мой иди! Ты что, меня сознать затроллил? Сюда. Ты меня, значит, затроллил? Это был троллинг, Анетка. Ты меня... Тебя затроллили, как дуба галимую, как ботиху. Я в камбэчил счетом 8-0. Слышь, ты что творишь? Прямо до секунду. Все прожали по лайку, подписались на мой канал. И напишите в комментариях, кого затроллили следующим. Плюс подпишитесь на мой телеграмчик, ссылочки в описании. Там, короче, есть секретное видео с Анеткой. Жду всех в телеге. Секретики я тоже люблю. Пошла подписываться.